Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine. И сегодня в объективе нашей камеры сигара Аристократ от Хосе Бланка формата Short Robusta. Сигары Аристократ были выпущены в четырех форматах для московской компании, занимающейся дистрибуцией табачных изделий. То есть это сигары приват-лейбла, выпущенные для России и изготовленные на фабрике Хоя де Никарагуа. Они создаются из отборного табака из Гондураса, Перу, Никарагуа и Доминиканской Республики и прошедшего выдержку не менее 4 лет. При этом один из компонентов табачной мешки, мастер-блендер Хосе Бланка, оставил в секрете. Очаровательная сбитная малышка. Покровный лист у сигары темный, бархатистый, с сеткой тонких вен. В аромате узнаются кожа, карамель, солодка. В холодной тяге к этому добавляются сладковатые цветочные оттенки вкуса. Сигара скручена равномерно, достаточно плотно и тяга чуть затруднена. Уже при раскуривании сигара обдает ароматным дымом. И сигара действительно дымная. Дым сладковатый, шоколадный, с оттенками кожи и специй. Во вкусе заметен горький шоколад, орехи и не сильная сладость цветочными нотами. К середине гондурасская составляющая мешки становится активнее. Цветочные, чуть парфюмные ноты становятся доминирующими. Вкус пряный, со сладостью на заднем плане. Аромат дыма приятный, сложный и многогранный. Кожа, кедр, немного орехов, легкий, строгий парфюм. Запах дыма производит очень приятное впечатление. При всем моем настороженном отношении к мешкам с гондурасским табаком, здесь баланс соблюден очень тонко. Это заметно на протяжении всего курения и в финальной стадии очаровывает в полной мере. Кожа, появившиеся оттенки сдобной выпечки, кедр, тонкие пряные нити, легкая цветочность – все очень тонко переплетено. Во вкусе появляется не сильная землистость, хорошо раскрывается горький шоколад. К концу сигара становится несколько острее, но без навязчивости, хотя это и привносит некоторую резкость. Вкус по сбалансированности несколько уступает аромату сигары, но он далеко не безинтересен. Интересная сигара умеренной крепости, динамичная, с хорошим ароматом, интересным в развитии вкусом, хотя и несколько уступающим по интриге аромату. Кажущаяся поначалу малышка, эта витола к концу курения заставляет пересмотреть свои взгляды на размеры и провожаешь ее уже как хорошую взрослую сигару. Это стало удивительным для меня самого, но сигара произвела хорошее впечатление. Время курения сигары – 1:15. Подробный обзор этой витолы вы сможете прочесть, перейдя по ссылке, указанной в описании к видео. Там же вы сможете узнать, какую оценку получила эта сигара в рейтинге журнала, а также оставить свои комментарии или задать вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и до встречи на канале Smokers Magazine.